есть задача от президента по регуляторной гильотине, и, наверное, все сейчас понимают, что да, это огромная работа. Если ее делать вот так, как мы все привыкли, да, как умеем, то это огромные ресурсы. Самое главное, как бы, помимо ресурсов, это еще и очень долго. То есть если вручную проводить все процессы в выделении пересмотра обязательных требований, такие, ну, собственно, там, непосредственно выделение из НПА требований, обсуждение с экспертным бизнес-сообществом, обсуждение с экспертами Минэкономразвития, то это гигантские трудозатраты. Мы посчитали, это просто это сотни человек лет. И мы понимаем, что надо, что машина не может заменить человека, но на каждом из этапов этой работы мы должны максимально использовать инструменты, которые